ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्रश्च ज्ञानाञ्जनशलाकयान् चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिका वै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महादन्ताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि ॐ वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्त्वत्रे नमो नमः भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च प्रामाणितरङ्गमान्य Положите гармонию туда, вынесите. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto. Прежде всего я предлагаю свои смиренные почтительные поклоны. Благословен стопа моего Гуру Пада Падма. Не телил правящий Нашпад, Ашатрашата Шишиман Бхактивиданти Вамны Гусвами Махараджа. Также не телил правящий Нашпад, Ашатрашата Шишиман Бхактивиданти Нараяна Гусвами Махараджа. В это же время я предлагаю свое почтительное дандавату пранам лотосным стопам Нителила Праведичного Шнупад, Аштата Рашата Шишимад Бхактивиданти Свами Махараджа, Шили Горга Винди Махараджа, Бхакти Раша Шитар Гусвами Махараджа, Бхакти Пранпури Гусвами Махараджа, всем старшим преданным, всем вайшнавам вайшнай и гостям, собравшимся здесь. Repetidas vezes aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitrila Pravistam Vishnupada, Astotara Shat Shimad Bhakti Viranti Lok Vamana Goswami Maharaj, Nitrila Pravistam Vishnupada, Shila Narayana Goswami Maharaj,
Também presto minhas reverências, humildes e respeitosas, aos pés de lótus de Srila Pravishnu Vishnupada, Srila Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakta Madhupuri Goswami Maharaj, Srila Bhakta Vakatidara Goswami Maharaj. Também presto reverência a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis. Я хочу рассказать славу Шримад Бхагаватам. Однажды Нарада Риша путешествовал по Вселенной. Then he came one place and in India he traveled also many pilgrimage places. Então, и тогда, путешествуя по многим местам паломничества, он прибыл в одно место. И увидел, что все места паломничества полностью осквернены нечистыми людьми. Никто не совершал садхана бхаджан Господа Вишну. Никто не следовал никаким правилам, предписаниям, писаниям. Люди совершали много плохих поступков, употребляли алкоголь, убивали коров. Брахманы не повторяли никакие мантры. As regras, as normas, tampouco cantavam seus Gayatri mantras. Никто не следовал никаким правилам и предписаниям. Все было полностью оскверненно, нечистым. Que não estavam limpas, sujas. Тогда ум Нарада Риши очень обеспокоился. Тогда Нарада Риши пришел во Вриндаван. Он думал всегда, что Вриндаван очень милое, прекрасное место, очень красивое и привлекательное. И Нарада Риша увидел, что все во Вриндаване, даже птицы и деревья поют, воспевают, и сердце каждого окутано блаженством. Ему натечет прекрасным прекрасными звуками, издает звук кал-кал-кал. Тогда Нарада Риша решил, хорошо, я останусь во Вриндаване. Потому что все писания прославляют Вриндаван. Весь Вриндаван считается апракрита чит, трансцендентен. Брахма Самхита также прославляет, насколько прекрасен Вриндаван. All the trees of Vrindavan, then it's called the Kalpavriksha. Все деревья во Вриндаване являются Калпаврикша, деревьями, исполняющими желаниями. All the houses of Vrindavan, they built with the desires. Все дома во Вриндаване построены из исполняющего желания камня. All the cows, they are called also Kamadhenu. Все коровы во Вриндаване зовутся Камадхену. Significa que satisfazem todos os desejos. The water of Vrindavan, that is called sweet nectar, amrit. Вода во Вриндаване является сладостным нектаром амрита. The dust of Vrindavan, that is called also Chintamani. Пыль Вриндавана также зовется Чинтамани, один из видов камней, исполняющих желаний. And all the residents of Vrindavan, when they are speaking, as like sweet tune,
А все жители Вриндавана, когда они говорят, это подобно прекрасной мелодии песни. И когда они ходят, гуляют по Вриндавану, это подобно тому, что они танцуют. सेवमानं गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि एंड ऑल द कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लक्ष्मी все спутники и спутницы в особенности Лакшми приходит во Вриндаван и начинает служить Вриндавану, подметая и очищая его тропы. На Вайкунтхе Лакшми это царица, но во Вриндаване она подметальщица. Ведь Вайкунтха полна величия, богатства, но Вриндаван полон сладости, Мадхури. Сердце Кришны является Вриндаван. Вриндаван — это сердце Кришны. О, Вриндаван, ты мое сердце, ты вся моя жизнь. Tudo para mim. So in this way, Narada Rishi thinking, I will stay in Vrindavan. Поэтому Нарада Риши подумал, я останусь в Вриндаване. So one day early in the morning, Narada Rishi is walking from the bank of. И однажды ранним утром Нарада Риши прогуливался по берегу Ямуны. Then Narada Rishi suddenly saw on something. И случайно Нарада Риши заметил что-то на берегу Ямуны. И Нарада Риши очень удивился. Нарада Риши ficou surpreso. Нарада Риши saw one young lady, not more than 16 or 18 years old. Он увидел молоденькую девочку, не старше 16 или 18 лет. Она плакала, у нее текли слезы на берегу Ямуны. И некоторые ее служанки успокаивали ее. Нарада Риши удивился. Он подумал, почему же эта молоденькая девушка плачет на берегу Ямуны, и перед ней служанка, которая успокаивает ее, массажирует ей стопы. Когда Нарада Риши подошел поближе к этой девушке, он увидел, что перед ней лежат два старца. Нарада Риши не понял, что происходит с этим старшим, но они были похожи при смерти. И эта девушка, проливая слезы, очень смиренно обратилась к Нарада Риши. И она спросила, сказала, о, Нарада Риши, о, садху, лишь увидев тебя, в мое сердце пришло какое-то облегчение. All your
Потому что шастры объясняют, что все ваши беспокойства уйдут благодаря общению с садху. Se você se associa com sadhu. Sadhu sanga, sadhu sanga, sarva shastri kai. Lava matra, sadhu sanga, sarva siddhi hai. All the Vedic revealed scriptures glorify the association of sadhu. One moment, half moment, if you associate sadhu, then you attain your purpose. Все проявленные священные писания прославляют, что если вы мгновение или полумгновение будете общаться с садху, то вы обретете совершенство жизни и сможете обрести Господа. Если без оскорблений, без аппаратха вы будете общаться с садху, тогда все ваши беспокойства пропадут. Just you sit in front of the sadhu, then all your problems will be solved. Просто лишь сядьте перед садху, и тогда все ваши проблемы будут решены естественным образом, автоматически. One old and blind man, and he was deaf, and cannot hear, cannot see. That old man, he every time used to go to listen Harikatha. Однажды один слепой и глухой старец каждый день ходил слушать Харикатху. So sometimes people they ask, hey, you are old, you cannot walk properly. Even if you cannot also listen, okay? You are deaf. And also you are blind, so why you are going to Harikatha? Иногда люди спрашивали его, послушай, ты уже стар, ты даже ходить правильно не можешь, более того, ты слепой и глухой, даже не можешь слушать Харикатху, зачем же ты ходишь туда? Ты не можешь ни слушать, не можешь ни видеть, зачем же ты ходишь на Харикатху, зачем же? Тогда что ты будешь делать там? И тогда этот старец давал прекрасный ответ. That old person he told, this is true. I cannot listen, I cannot see. But I heard, if the little bit the glance of the sadhus coming upon me, then my life will succeed. Он ответил: да, это правда, я не могу слышать, я не могу видеть, но я слышал раньше, что если даже крупица взгляда садху упадет на меня, тогда моя жизнь увенчается успехом. Есть примеры с Шримад Бхагаватам. Когда Шукадева Госвамипад вышел из чрева своей матери, все, на кого он лишь бросал свой взгляд, обретали освобождение. I was very powerful and just his glance. And everybody also delivered from this material world and attained to highest prema. Святый Госвамипад прославляет своего Гурудева, Шукадева Госвамипада. My Gurudev, Святый Госвамипад told, my Gurudev, Шукадев Госвамипад, how he was, he was exalted. Сута Госвамипада прославляет своего Гурудева Шанакади Риша о том, что он прославлял своего Гурудева Шукадева Госвамипада, что он настолько возвышен, что когда он лишь бросал взгляд на любого, тот обращался, тот обретал освобождение. Это значит, что материальными глазами вы не можете увидеть садху. Вы смотрите на садху, что вы видите? Что вы видите своими глазами? Он стар. Материальная концепция приходит. Он стар, одет так-то, так-то, ведет себя так-то.
You want to see sadhu, listen. And Harikatha with you. Yes. Если хотите увидеть садху, необходимо слушать ушами Харикатху. So that means you have to see sadhu with your ears. Это значит, что вы должны смотреть на садху своими глазами. То есть, простите, не своими глазами, а своими ушами. Однажды Аштавакра Риши, Аштавакра значит то, чье тело изогнуто в восьми частях. Then his body was twisted. И когда он шел, его тело изъебалось в разные стороны. Когда он andava, o corpo dele era assim, como deformado, então era curvado em oito partes. And he was very И также он был очень страшен. So once what is his name? Janakrishi. Janakrishi called the many rishis, those who knew about the Brahma Tattva. Однажды отец Читадеви Джанака Махарадж, Джанакриши, пригласил множество браманов для того, чтобы узнать Брахма Таттву от них. Many also rishis came, those who have knowledge. И тогда очень много риши пришли, которые обладали знаниями о Брахме. Риши вieram ali, sábios, que conheciam sobre Brahma, o Espírito Supremo. И тогда его зал собраний был полностью заполнен Брахма ришами, которые знали Брахма Таттву. And that time Ashtavakra Rishi, he also came, and when he was coming, that time all rishis just a little bit smile and watching his twisting and body. И в этот момент пришел Аштавакра Риши, и тогда все риши, глядя на него, начали ухмеляться. Umas risadinhas, vendo como ele andava todo desengonçado, com o corpo todo cheio de... Аштавакра Риши noticed, but he did not say anything. Аштавакра Риши заметил это, но ничего не сказал. O corpo dele era todo deformadinho em oito partes. Аштавакра Риши reparou isso, mas não falou nada. When the assembly house, they talk about Brahma Tattva and all the rishis, they have very experience, and with eloquent words, with shlokas, they explain about. И затем все риши начали делиться своим опытом, начали рассказывать Брахма Таттву прекрасными изложениями стихов шлок на санскрите. Then and last, Janak Maharaj, he asked Ashtavakra Rishi, please speak something about Brahma Tattva. И последнего Джанак Махарадж спросил Аштавакра Риши: пожалуйста, расскажи что-то о Брахма Таттве. Then Ashtavakra Rishi, he laughed, ha 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 ha. И тогда Аштавакра Риши засмеялся. И все удивились, почему он засмеялся. Ashtavakra Rishi, he told, I am laughing because not for happiness. I am laughing. И Аштавакра Риши ответил: я смеюсь не потому, что мне весело, я смеюсь, чувствуя огромную боль в сердце. И тогда все риши начали спрашивать, что же причинило тебе так много боли в сердце? Пожалуйста, расскажи Брахма Таттву. И тогда Аштавакра Риши стал очень серьезен. Он сказал: кто будет слушать мою Брахма Таттву Катху здесь? Кто может понять Брахма Таттву? Поднимите, пожалуйста, руку. И тогда многие риши подняли руку и начали, подняли руки и начали говорить: да, мы знаем Брахма Таттву, ты можешь говорить нам. И тогда Аштавакра Риши сказал: вы все не квалифицированы слушать Брахма Таттву.
Потому что все вы являетесь сапожниками. Знаете, кто такие сапожники? Их называют мучи. Что они делают? У вас нет знаний брахма-таттвы. Как возможно, чтобы я говорил брахма-таттву перед сапожниками? И тогда все риши забеспокоились, почему он оскорбляет нас этим словом чамара, сапожником. Ashtabhakra Rishi told Sujmakar what is doing. Looking the and measurement the skin. Ashtabhakra Rishi ответил, что делает сапожник? Сапожник смотрит и оценивает кожу. As peles, os couros. This skin is very thin or this thin is very... Эта кожа очень тонкая, это очень толстая. Как ее оценить, как ее измерить? Muito grossa, muito fina. Como que eu vou medir essa, esse sapato, essa sola? So in the same way, all you are sujmek, looking the on the skin. И таким образом все вы. You have no knowledge about Dhamma. Все вы являетесь сапожниками, потому что вы смотрите только на внешние проявления, на кожу, на тело. У вас нет знаний Брахма. Because when I was coming, that time you were lost and looking by this. Потому что, когда я вошел, вы все начали ухмыляться, смотря на мое это грубое тело. Поэтому вы не обладаете знанием Брахмы, Брахма-таттвы. Брахма-таттва, если вы хотите понять, внутри, да? Если вы хотите понять Брахма-таттву, вам нужно погрузиться вовнутрь, изучать внутренние вещи, не внешние. Я говорю это, чтобы подчеркнуть, что своими материальными глазами вы не можете увидеть садху. Но как же вы можете понять, кто такой садху, гуру или вайшнав? Вы можете слушать своими ушами. Если вы хотите видеть глазами, тогда вы будете обмануты. Se você quiser ver com seus olhos, você será então enganado. So you have to understand to sadhu guru Vaishnava, that the transcendental things you have to understand with your. Если вы хотите понять гуру и вайшнава, фисадху, тогда вам необходимо понимать трансцендентные вещи посредством ушей, слушая харикатху. He saw that the young lady and that lady she also told to Narada Rishi, hey Narada Rishi, told Narada Rishi, you are pure sadhu, so just your assistant I am feeling. Итак, возвращаясь к истории Нарада Риши, когда он подошел к этой молодой девушке, она сказала ему, Нарада Риши, ты настоящая садху, поэтому тут же увидеть тебя, как-то взаимодействовать, общаясь с тобой, я тут же получила облегчение в сердце. И тогда Нарада Риши спросил, кто ты? Назови себя. И кто эта девушка, которая поклоняется твоим стопам? И кто эти два старца, которые находятся при смерти? И тогда девушка сказала, послушай, Нарада Риши, мое имя Бхакти Деви. I was born in South India, Dravida Devi, that is called Tamil. Я родилась в Южной Индии. Dravida Devi, Tamil Nadu. Then I came in Mysore, Maharashtra. Então, e agora, depois eu fui para Mysore, Maharashtra. E затем я пришла в Майсору, Махараштру. Aí eu cresci. And
Then I came in Gujarat. Там я приняла омовение и отправилась в ад. Then I become old, and my two sons they become very young. Там я вышла замуж, и затем отправилась в Гуджарат и со своими двумя сыновьями. И там, в Гуджарате, я состарилась, а мои сыновья были молоды. Но затем я оставила это место, Гуджарат. И после я пришла во Вриндаван. И когда я пришла во Вриндаван, то все случилось абсолютно наоборот. Только лишь я вошла во Вриндаван, я стала очень молодой, а мои сыновья состарились. Как это возможно? И сейчас мои сыновья при смерти, они буквально хватают последние вздохи. Поэтому я очень расстроена. Возможно, мои старые сыновья, состарившиеся сыновья погибнут. А эти служанки вокруг меня — это воплощение различных мест паломничества. И они служат моим стопам. Но я несчастлива и расстроена из-за своих сыновей. Mother will become old, the son will become young. But when I come in Vrindavan, completely opposite. В этом материальном мире мать старится, а дети моложе, чем она. Но здесь, когда я пришла во Вриндаван, все абсолютно поменялось, стало наоборот. What will do now? Aí Nara Darish falou, tá bom então. O que eu vou fazer agora? Что же мне теперь делать? He chanted many slokas of shastras in the ears of the disciples. Aí Nara Darishi ele falou muitos shlokas, versos. E тогда Нарада Риши начал повторять много шлок и шастр в уши двух сыновей Бхакти Деви. Quem eram os dois filhos de Bhakti Devi? You know? Gyano and Vairagya. Вы знаете, кто это? Эти два сына Бхакти Деви. Então, quem eram os dois filhos de Bhakti Devi? Gyana и Vairagya. Gyana — это знание, Vairagya — отречение. In Vrindavan, Bhakti Devi is young. But her two sons, Gyan and Vairagya, they became old. Em Vrindavan, Bhakti Devi ela é muito jovem. Во Вриндаване Бхакти Деви очень молода, но ее сыновья Гьяна и Вайрагья стареют. How will my two sons will become young and old? Gyan and Vairagya. Bhakti Devi falou, como os meus dois filhos podem ficar jovens? Тогда Бхакти Деви спросила, а как же мне сделать своих сыновей Гьяну и Вайрагью вновь молодыми? That is Bhakti, Gyan and Vairagya, that is called insignificant. Porque onde há Bhakti, Gyan e Vairagya ficam são assim insignificantes. Ведь на самом деле там, где есть Бхакти, Гьян и Вайрагья становятся незначительными. Поймите. Mas a filosofia vai, nossa filosofia vai chamar. Но в нашей вайшнавской философии говорится, в том сердце, в котором проявляется Бхакти, туда приходят естественным образом Гьян и Вайрагья. Mas existem dois tipos de renúncia de vairagya. Но также существует два вида вайраги, отречения. Existe tipo que é a renúncia falsa. Первое зовется ложным отречением. Поймите. И também existe tipo de conhecimento que deve ser rejeitado, que é o conhecimento. А вторая, значит, что знание брама гьяны должно быть реализовано. Vairagya. This is for Vairagya renunciation, detachment. This is spontaneous coming when you achieve the bhakti.
Então, вairagya significa renúncia, desапego, и ela surge Vairagya, правильное отречение. На самом деле, правильная привязанность появляется естественным образом, когда у нас развивается бхакти. Шастры описывают много различных видов отречения. Одно из них — это ложное отречение. Ложно. Другой вид отречения называют маркат вайрагья, обезьянье отречение. Знаете? Если отправитесь во Вриндаван, увидите, там много обезьян, которые глупые негодяи. Если они увидят у вас на лице очки, они прыгнут на плечи и схватят их. И кошельки, если вы будете носить открыто, то тоже они будут их воровать. Поэтому, если отправляетесь во Вриндаван, будьте осторожны. Если вы отправитесь куда-то в одиночестве, они очень легко смогут напрыгнуть на вас и укусить, атаковать вас. Если я остаюсь в Вриндаване, например, вы без санатани. Там очень много обезьян, которые постоянно причиняют беспокойство. Однажды даже мои очки украли. Обезьяны глупые негодяи, проказники. The teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu is, don't you active the false renunciation as like a monkey. Махапрабху также говорит в этой шлоке, он объясняет, учение таково, не ведите себя подобно обезьяне, не пытайтесь достичь обезьяне в отречении. Лишь повторяйте святые имена, и тогда естественным образом к вам, у вас появится непривязанность к чувственному удовольствию. Повторяйте святые имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. You have been detached, and you have to stay with your wife, children, husband, or in your house as you like. But chant holy name to heaven and shine. O ensinamento de Mahaprabhu é que você pode. Махапрабху говорит об этом. Не нужно развивать обезьяне отречения. Можете жить у себя дома, со своей женой, детьми, родственниками. Главное, повторяйте всегда святые имена, совершать садхана бхаджан. И всегда повторяйте святые имена. Итак, нет необходимости в обезьянном отречении, особенно во Вриндаване. А что такое знание? Что такое гьяна? Необходимо знать шастры, священное писание, иначе ваш ум будет встревожен и обеспокоен. Поймите, вначале изучите что? Обретите атма-гьяну. Кто вы? Вы не это тело, вы душа, атма. Вы вечные слуги Кришны. Дживера Сварупахой Кришне Нитидас. Таковы знания татва-гьяны необходимы в самом начале обрести.
И также нужно обрести знание о Господе, Бхагавататтву. Кто такой Господь? Кто Бхагаван? Который Бхагаван? Кришнасту Бхагаван с вами. Кришна — Верховная Личность Бога. Поймите это, вы никогда не станете Господом, Бхагаваном. Имперсоналисты говорят, все вы Браман. Нет, вы не Браман. Все вы индивидуальные слуга Господа. И таким образом необходимы эти два вида знаний. Тампадартхагьян и Татпадартхагьян. Знание о душе и знание о Господе. И тогда Нарад Риши сказал этой девушке Бхакти Деви, хорошо, сейчас я выясню, как вернуть жизнь твоим детям. Тогда Нарад Риши отправился в Кедарват и встретился с четырьмя кумарами. Then four kumaras they told, hey Narada-rishi, friend, just you friend speak Srimad Bhagavat Katha, then their two sons will get return back their life here, and Bhakti Devi will be happy and she will become alive. Он объяснил всю ситуацию четырем кумарам, тогда четыре кумара посоветовали ему, ты просто расскажи этим старцам, сыновьям Бхакти Деви, Шримад Бхагаватам, тогда жизненный воздух вернется к ним, и они станут счастливы и здоровы, и Бхакти Деви также будет довольна. Тогда Нарада Риши возразил, ответил им, я уже рассказал им разную катху ашастрам, даже Бхагавад-гиту, но это не помогло. Как же будет возможно, чтобы после Шримад Бхагаватам они снова обрели жизнь? И тогда четыре кумара ответили, послушай, Шримад Бхагаватам является сутью, выжимкой из всех вед, Пуран и Упанишад. Então, o próprio Srimad Bhagavatam, ele glorifica ele mesmo nesse terceiro esloca, primeiro canto. Srimad Bhagavatam, deixa eu só прославляется Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Porque o Srimad Bhagavatam é a própria essência de todos os Vedas, Puranas... Srimad Bhagavatam является сутью, выжимкой из Ved, Puran, Upanishad. Подобно тому, как Ghi является сутью молока. What do you want? You want to milk? You want to... Чего вы хотите, молока или ги? Ги, потому что ги очень обычно. Однако, если ваш желудок не обладает определенной силой, тогда, выпив немного ги, вы будете бегать в туалет снова и снова. Почему я говорю об этом? Потому что Шримад Бхагаватам — это суть, выжимка из всех вед, Пурана, Упанишад, подобно тому, как ги является сутью молока. Чего вы хотите? Цветков или плодов?
Чего хотите? Плодов, конечно. Por quê? Porque se você comer as flores, seu estômago não vai assobar. Если вы будете есть цветочки, ваш желудок не будет наполнен удовлетворен. Однако, если съедите плод, тогда вы насытитесь. Mas de onde vêm os frutos? Eles vêm das flores. Однако, плоды откуда они зреют? Они зреют из цветков. Então, e as flores, elas vêm do quê? Daquele brotinho da flor antes dela brotar. А цветы, они зреют откуда? Из семян. И esses brotos, né, das flores, eles vêm de onde? Vêm da essência das atividades das árvores. То есть они зреют из почек. А почки что такое? Почки – это суть, предназначение дерева. Как это происходит? Когда семя опускается в землю, из семени вырастает дерево, на этом дереве созревают почки, из почек появляются цветы, а из цветков появляются плоды. Таким образом, Шримад Бхагаватам является плодом всех вед, Пураны и Упанишад. Поэтому нужно слушать Шримад Бхагаватам Катху. Без слушания Шримад Бхагаватам Катхи вы также не станете Бхагаватом, не станете Вайшнавом. Então, como você vai ouvir esse Bhagavad Gita? Ну как же читать Шримад Бхагаватам? Нужно слушать Шримад Бхагаватам. И в Кришнадаске Раш Госвами Пад Читание Чаритамрицы объясняет, что если вы хотите действительно слушать и впитать Шримад Бхагаватам, вам нужно полностью принять прибежище у садху. Это значит, что нужно слушать Шримад Бхагавад Катху из лотосных уст Садху Гуру. И повторять все это имена. Харе Кришна. Поэтому всегда повторяйте все это имена, будьте счастливы. Но даже если вы будете повторять святые имена, но не обретете прибежище у истинного гуру, вы не будете счастливы, потому что святое имя не принесет плоды. Ваше повторение будет являться лишь слогами, материальными слогами. Então, como os papagaios, eles também cantam às vezes ram ram ram. Иногда, знаете, попугай тоже может повторять ram ram ram. Os papagaios também cantam Krishna Krishna. Попугаи также повторяют Кришна Кришна. Papagai in the Facebook, né? Krishna. Alguém matou um bicho papagaio. Кто-то выложил видео на Фейсбуке. Говорит перед попугаем Кришна, и попугай повторяет «Кришна!» «Харе, Кришна! Харе!» И попугай тоже «Харе!» Но это лишь слоги. That time parrot not chanting Hare Krishna, chanting cha cha cha. Gato pula para matar o papagaio, né, para comer. Но когда кошка прыгнет на попугая, попугай не будет повторять Харе Кришна, он будет просто чирикать. Это значит, что попугай не обретает никакого блага? Нет, никакого блага. Потому что попугай нет гуру. Это значит, что если у вас нет гуру, то повторяя Харе Кришна, вы не обретете никакие плоды. Может быть, накопите немного сукрити.
Namakkar, Stotias, Namakkar, Bahirai, what is Namakkar? And one is syllables just coming, but Holy Name transcends into many, you know, many different things. Paulo, as sílabas vêm, mas o santo nome transcendental não se manifesta. Повторяя святое имя без учителя, лишь какие-то слоги исходят изо рта. That is also coming in your heart. Porque quando o Guru te dá esse nama e esse mantra, потому что когда вы получаете и слушаете от Гуру Дева наму и мантры, тогда потенция входит в сердце, и вы начинаете что-то понимать. Связывать со святым именем. Существует два вида докторов, два вида лекарства. Например, гемопатический доктор, он дает лекарство. Например, жидкое лекарство, которое вы вкладываете в свой рот, выпиваете или проглатываете. Или таблеточки. Mas tem aquele outro remédio homeopático que é esse mesmo líquido que está dentro de uma bolinha de açúcar. Простите, некоторую жидкость лекарства вы прямо капаете себе на язык, а некоторую жидкость он капает на сахарные шарики. И тогда вы их принимаете. But only you take that the small sugar bowl, go to the market. Eh? If you eat, you are thinking this is medicine, you do not get any pain. Because inside no. Но если вы просто пойдете. Então, mas se você for ali no mercado e comprar umas bolinhas de açúcar, claro. Если вы просто пойдете на рынок и купите такие же сахарные шарики и будете их принимать, думая, что это лекарство, вы не получите никакого блага, потому что потенция лекарства не будет в них. Then you chant holy names, then you get the benefit. Otherwise, you don't get any benefit. Então, significa que quando o Guru e Vaishnava, eles dão esse... Это значит, что Гуру и Вайшнавы, они дают вам это лекарство. Без получения от лекарства от них, вы не сможете обрести блага. Не сможете обрести плод повторения. Вы будете думать, я повторяю святые имена, но на самом деле не будете повторять святые имена, будете повторять лишь материальные слоги. Но если же вы будете повторять настоящее святое имя, которое вы получили от Гуру, тогда однажды вы действительно обретете прему и обретете истинный плод. Ваше сердце очистится от анарт. Então, eu ouvi dizer uma vez que Srila Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj, ele deu iniciação, Harinama, para uma pessoa de um vilarejo. When he returned back his home after taking Nam Diksha, he became very mad. Então, depois que ele voltou para a casa dele, né? Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj, однажды получил Харинаму и Дикшу от одного человека, и вернувшись домой, он просто сошел с ума. Он повторял святые имена, но его ум очень сильно обеспокоился. И он начал делать очень много плохих вещей. Ну, простите, один человек получил дикшу от Бхакти Прагьяна Кеши Госвами Махараджи. После этого начал вести себя плохо. И тогда местные жители начали жаловаться на ему. Послушай, этот человек был очень хорошим до того, как получил от тебя харинаму и дикшу, а сейчас он полностью испортился. И тогда Бхакти Прагьяна Кеши Госвами Махарадж сказал, да. Моя мантра работает в сердце. Ну как это возможно? И да, Бхакти Прагьяна Кеши Госвами Махарадж дал пример. Если, допустим, вы подожжете лес, то те жители леса, львы и другие животные, что они будут делать? Они будут мчаться, бегать здесь и там. Но в конце концов, огонь сожжет. Этих деревьев, этих животных.
Понимаете? Таким образом, моя мантра очень могущественна. Сейчас у него в сердце очень много нехороших вещей, подобно диким животным, которые находятся в горячем лесу. Но постепенно мои мантры очистят его сердце, и он станет чистой личностью. But he 1.8 with Krishna. But you think he's sad. Never decided. Because he 1.8 with me. Шримад Бхагавад-гите, Кришна говорит. Даже если человек очень грешен, но он единонаправлен на меня, нужно считать его садху, потому что однажды его сердце полностью очистится. Понимаете? Мантра очень могущественна. Однажды все его нежелательные анартхи в сердце, вожделение, гнев исчезнут. Then all the germs inside the skin will go. Então, quando você tem uma doença de pele, às vezes você tem um remédio, né, que bota. Знаете, если у вас, например, болезнь, кожное заболевание какое-то, то можно помазать определенной мазью, и эта мазь вначале вызывает жжение, но через пару дней все ваши язвочки проходят. И таким образом, если вы получили эти мантры от Гурудева, то постепенно при повторении все ваши изъяны в вашем сердце будут разрушены. Бхакти Прагьяна Кеша Госвами хорошо дал этот пример. Все анартхи в сердце, подобно диким животным, которые мчатся в поисках прибежища в горящем лесу. Однако, через какое-то время все они погибнут, и сердце станет абсолютно чистым. Повторяйте святые имена. Харе Кришна. Заключение таково. Если у вас нет гуру, как возможно, чтобы анартхи из сердца ушли? Если вы не принимаете лекарства, как вы можете излечиться от болезни? Понимаете? Повторяйте святые имена. Помните, я не призываю вас повторять это имена и делать глупости, плохие вещи, грехи. Но это правда. Если вы будете повторять святые имена, тогда постепенно ваши анартхи уйдут из сердца. Ваше сердце очистится. Но обычные обыватели, они думают немножко в противоположном ключе, думая, я буду заниматься глупостями, совершать грехи, и святое меня очистит. Но это противоречит Писанию.
писанием, чистому учению. Повторяйте святые имена. Повторяйте святые имена и следуйте четырем принципам. И затем Нарада Риши рассказал Шримад Бхагаватам Катху сыновьям Бхакти Деви, и они вновь обрели жизнь и помолодели, и они вместе с Бхакти Деви остались жить во Вриндаване. Таким образом, всегда, где есть Бхакти Деви и Вриндаван, туда приходит Гьяна и Вайрагья. Джай. Говинда Дас, подойди. Говинда Дас, принесите гармонию, пусть поет киртан. Thank you.